Диана Суворова, и сегодня я вам покажу, что в моей сумке. Вернее, не в сумке, а вот в таком рюкзачке. Я чаще всего хожу с ним, потому что у меня всегда с собой куча всего, и мне нужна большая и удобная сумка. Я нашла вот такой рюкзак. На самом деле с ним еще удобнее, чем с обычной сумкой, потому как его можно повесить просто как рюкзак, и руки всегда свободны, очень удобно, особенно в путешествиях каких-то, незаменимый. Прошел со мной все американские мои приключения. Так, и это у меня рюкзачок Rebecca Minkoff, такой бренд американский. Заказывала я его тоже в Америке. Он очень удобный, у него куча всяких отделений, вот таких вот замочков внутри, там тоже очень много кармашков, застегивающих, все удобно, аккуратно складывается. На рюкзачке у меня висит модный аксессуар помпон, который делает моя знакомая подружка. Если вы в Киеве или в Украине, заходите в инфобокс, я оставлю ссылку, где такой можно купить. Потому как они дополнят вообще любой образ, любую сумку. Очень их люблю в последнее время. И давайте заглянем в мою сумку и посмотрим, что там интересного. И первое, что у меня лежит всегда в сумке, наверное, у каждой девушки это лежит, это, конечно, телефон. У меня iPhone 6s в очень красивом розовом чехле, обожаю розовый. Он, кстати, не пачкается и, в общем, очень он удобный. Получаю кучу звонков, и вот я думаю, что, скорее всего, сейчас должна позвонить мама, потому что она звонит всегда, когда я разговариваю или записываю видео. Ну вот видите, она уже, кстати, звонит. Сейчас мы ответим. Алло, мама, привет! Привет, Яночка, как дела? Все хорошо, я снимаю как раз видео, поэтому можешь поприветствовать всех девочек, моих подписчиц. О, Боже! Всем привет! С вами мама Дианы Суворовой. Мама, ты прелесть! В общем, я тебе, конечно же, перезвоню. Вот так вот. Если вам тоже часто звонит мама на телефон, то ставьте лайк. Следующее, что у меня всегда под рукой, это, конечно же, документы, паспорт. Вот, показываю в таком вот чехле, все со мной. Документы на машину, все всегда ношу с собой. Паспорт привыкла носить с собой 16 лет, с тех пор, как жила в Москве, и у меня документы почему-то проверяли каждую минуту, пока я зашла в метро, вышла из метро, поэтому паспорт до сих пор, даже вот я живу в Киеве сейчас, и он всегда со мной, потому что очень нужен. Всегда у меня с собой целая куча ключей, конечно же. Положу их здесь, оставлю. И ключ от моей машины. У меня Mitsubishi Colt, очень маленький. Я его вожу уже с 2006 года. С красивым брелочком, который мне привезла подружка, по-моему, из Израиля. Вот, приносит мне удачу. Вот. У меня маленький автомобиль, черненький, очень хороший, люблю его. И, кстати, недавно я видела интересное видео. Одна девочка-блогер сняла видео, которое называется «Что в моей машине?». Я думаю, что следующее будет мое видео именно такое «Что в моей машине?». И поехали дальше. Люблю оригинальные упаковки для очков. Они всегда очень удобные, компактные, и носить их с собой и вот защищать очки очень удобно. И посмотрите, какие у меня тут очки лежат. Вот такие вот. Это Stella McCartney. Купила я их очень давно, наверное, пару лет назад в Америке, в таком классном магазине, который все всегда должны посетить, если вы в Америке, это 21 век. Там супер-мега скидки. По-моему, эти очки оригинально стоили долларов 200, я их купила за 43 доллара, как сейчас помню. И ношу их до сих пор. Очень актуальная, красивая форма. Дальше у меня крем для рук. Это EOS. Тоже удобная такая упаковка. Не занимает много места и очень вкусно пахнет, кстати. Да, и хорошо работает, так что вот это вот нравится очень. И давайте посмотрим, что у меня еще тут в рюкзаке. Конечно же, это кошелек. Куда без кошелька. Очень люблю вот такую вот форму, когда купюры складываются, не мнутся, а именно в один ряд, из кучи отделений для карточек. Это у меня Michael Kors. Очень хотела именно фиолетового цвета кошелек. Мой фиолетовый цвет, кстати, мой любимый цвет. И внутри он выглядит вот так. Очень нравится. Такой вот удобный. По-моему, он неубиваемый и прослужит его очень-очень долго. Так, что же у меня тут не косметического еще есть? Потому что в основном у меня все косметика. Ну, понятно. Что-то, что еще у меня может быть в сумке? А, конечно же, вот в удобном кармане внизу у меня всегда с собой... Ой, смотрите, прицепилась маленькая булавочка, а невидимочка. У меня всегда с собой моя влоговая камера, на которую я всегда снимаю влоги для вас. И
Очень ее люблю и, кстати, всем советую. Если кто-то ищет хорошую камеру, которая снимает видео, это самая популярная камера у всех блогеров, влогеров. Ее все очень обожают. Это Canon G7X, самый-самый популярный, самый лучший. Вы меня часто спрашиваете, откуда такое качество. Это все он, вот реально. Сейчас я вам покажу, как я это делаю обычно. И я вас приветствую уже с моей влоговой камеры. Всем привет! И давайте дальше продолжим. Так что эта штучка всегда со мной. Иногда я беру к ней селфи-палку, и тогда очень красивое изображение получается. Так что рекомендую именно для влогов. И, кстати, фотки тоже делает шикарные. Всю косметику я ношу в такой вот косметичке. Она очень удобная, небольшая. Вот с такой смешной надписью. Давайте посмотрим, что там внутри у меня, а что обычно я ношу. Так, значит, пару резиночек всегда со мной. Всегда нужно и актуально. И они теряются просто нереально. Поэтому всегда их покупаю много, целыми пачками. Вот у меня есть и силиконовая резиночка, и такая тряпочная, и любая. В общем, люблю их. И на руке, кстати, тоже часто ношу. Бальзам для губ Baby Lips от Maybelline тоже нравится. Очень удобно, особенно зимой. Супер. И помадок у меня, кстати, больше всего. Начнем с помадок. Красная помада, чтобы сделать образ более вечерним, если нужно куда-то пойти вечером, быстро подправить макияж. Вот как раз красная классическая Кайлин. Увлажняющая сейчас она у меня в любимцах. Это Juicy Shaker, который еще не вышел, но скоро выйдет, от Lancome. Такой прикольный. Тональное средство никакое не ношу, кроме консилера. Вот у меня с собой всегда NARS, потому что он даже может заменить тональный крем. Очень плотный, классный, все скрывает. Помадка еще одна. Это у меня на случай какого-то... Если яркий макияж глаз, то можно сделать нюдовую помаду. А это вообще классно. Это Colourpop в оттенке Trap. Такой, знаете, цвет свежей почки. Извините. И пудра. Пудра у меня Lancome. Очень удобная, кстати. Она вот с такой вот кисточкой. Очень хорошо поправлять макияж. И удобно вот тут вот ограничитель такой. Поэтому всегда я ношу с собой. Что еще? Зубочистка оказалась откуда-то. А нет, из косметического это еще не все. У меня на тесте такой вот сейчас тональный от L'Oréal. Просто с собой, чтобы мало ли поправить макияж или еще что-нибудь. Пока тестирую, не знаю. Но в сумке, пока я его таскаю с собой, посмотрим, как он будет справляться. Так, из косметического это, наверное, все. Осталось тут еще пару кармашков по бокам. Давайте заглянем. О, конечно же, как я могла забыть? Вот такую прекрасную расческу. У каждой девочки должна быть с собой расческа. И она у меня самая маленькая, которая может быть. Но, кстати, она при желании неплохо работает. Это маленький Tangle Angel. Наверное, вы такой встречали. У меня вот розовый. Очень удобно, правда. Ну, хоть он и маленький, но справляется хорошо, на самом деле. У меня есть вот такие татуировочки с вечеринки из Сен-Лоран остались. Можно куда-то прицепить. Вот в виде их аромата, в виде просто логотипа и еще пару визиточек. Видите, все визиточки от блогеров. Вот все у меня есть, поэтому блогеры тоже носят свои визитки. Кстати, у меня их нету, надо бы сделать. Вот. И, наверное, это все, что у меня есть в сумке. Мне кажется, что туда поместилось очень много. На самом деле рюкзачок очень такой увесистый получается. Вот это кто мне только что в эфир вышел? То я забыла выключить опять телефон. Да, это перископ, кстати. И это все, что было у меня в сумке на самом деле. Еще там бывает куча всяких чеков, монеток, ну, как у всех девочек. Ну, я не стала это вам показывать, иногда там бывает полный бардак. Если вам понравилось мое видео, пожалуйста, поддержите меня лайком, мне будет очень приятно. Пишите в комментариях, какие-то ваши вопросы задавайте. И увидимся уже в следующих видео. Если вам интересно посмотреть, что в моей машине, то тоже пишите мне, ставьте лайки. Возможно, сниму такое видео, потому что я на самом деле таких очень мало видела. Но мне есть что показать, что я вожу с собой в машине. Всех люблю, целую, пока. И надеюсь, скоро к нам придет весна и будет еще лучше настроение.